столице Сибири лесорубы страны выясняли, кто лучше владеет бензомоторными пилами, валит лес, обрезает сучья, меняет цепи на инструменте. Операторы лесозаготовительной техники показали мастерство валки и раскрежовки деревьев, погрузки-разгрузки бревен, сборки и установки пильных аппаратов. Виртуозное владение бензопилой на всероссийском чемпионате продемонстрировали три лесоруба из Навли – Владимир Буянов, Сергей Казарез, Андрей Азарин. Открытые состязания, проводимые в Брянской области, помогают нашим лесорубам расти и двигаться вперед в своем мастерстве. Тренировки участники, заявленные на чемпионат, проводят каждые выходные в течение весны и лета. Большую поддержку брянским лесорубам в подготовке и поездке на чемпионат России оказали Навлинская лесопромышленная компания и Управление лесами Брянской области. По итогам всероссийских соревнований в абсолютном первенстве среди вальщиков с бензопилами лесозаготовители Брянщины завоевали почетное третье место. Александра Седачева. События.